Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодня у нас главное блюдо новогоднего и рождественского стола – утка, запеченная в духовке. И к ней также будет, не побоюсь этого слова, божественный соус. Вот такая вот красавица у нас тут, 3 килограмма. Я взял индоутку, или как их называют, шипуны, или по-немецки барбария энте. Она покрупней, селезни крупные, 3 килограмма, поэтому и у нее мясо такое красное, больше как дичь. Мне нравится такая. Так, для начала нужно отрезать крылья, потому что они там не нужны, они все равно сгорят. Они у нас отлично пойдут на соус. Отрезаем также попку. Я ее уже почистил, убрал железы, все, тоже на соус. Далее делаем на коже надрезы. Будет такой красивый узор. Ну, осторожно только, чтобы не порезать мясо. Острым ножом и тоненькие делаем надрезики. Теперь хорошенько солим. Лучше для этого подойдет мелкая соль. Внутри тоже. И черный перец. Теперь берем луковицу, апельсин и яблоко. Все это просто крупно режем. И теперь отправляем все это в утку. Все это будет давать свой запах, аромат. И утка будет ароматная изнутри. Также еще веточку тимьяна туда. Далее, друзья, делаем основу для соуса. Берем вот эти крылышки, шейку. Нам нужно их сейчас мелко порубить. Наливаем в форму немного растительного масла, хорошенько его разогреваем и отправляем косточки сюда. Нам нужно хорошенько их прижарить, это будет основа нашего соуса. Также в соус у нас еще пойдет луковица, морковь и стебли сельдерея. Да, кстати, вот чесночок еще забыл, я его хотел тоже в утку добавить внутрь. Чесночок отлично будет. Кости хорошо прижарились, теперь добавляем овощи сюда. И тоже хорошо прижариваем. Овощи отлично подрумянились. Вот такая вот красота. Теперь берем белое вино и заливаем все это белым вином. И пару минут провариваем, чтобы испарился весь алкоголь. Пару минут прошло, теперь добавляем апельсиновый сок. Отлично подходит к утке. Немного воды. Обычно я добавляю соус и бульон, но здесь у нас есть мясо, поэтому достаточно будет воды. Свежие помидоры тоже свой классный вкус дадут. Тимьян. Немного сушеной смородины. И ягоды можжевельника. Соус, друзья, прокипел минут 5, теперь выключаем, ставим сверху решетку. Если у вас нет вот такой, ну просто какую-нибудь форму снизу и утку на решетку. Утка будет сверху над соусом,
Во-первых, снизу будут пары от всего соуса пропитывать утку и пропаривать. Во-вторых, жирок и все вкусы тоже мясные будут капать вниз соуса. И сразу получится и соус классный, и утка классная. Накрываю сверху бумагой для выпечки. И фольгой все это закрываю. И теперь нам осталось поставить все это в духовку. Духовка разогрета на 180 градусов вверх-вниз. Пока на 2 часа пропарится вот так вот. Через 2 часа продолжим. Поехали. Друзья, прошло у нас 2 часа. Посмотрим, как там наша утка поживает. Убираем осторожно фольгу. Осторожно тут опак. Ну, отлично. Все супер пропарилось. И теперь отправляем ее еще на часик подпечься корочку уже без фольги. Смотрите, какая уточка. Вах, вах, вах. Сейчас мы убираем ее в сторону. Нам нужно еще довести соус до ума. Накроем ее фольгой, чтобы она не остыла. И сверху еще полотенцем. Теперь процеживаем соус. Вначале через крупное, а потом через мелкое сито. Все вот эти овощи, все это нужно выдавить. Весь сок, соус. Теперь нужно убрать лишний жир отсюда из соуса. И еще раз через мелкое сито в сотейник пропускаем. Соус у нас, друзья, выпаривается уже где-то минут 5. Сейчас добавляем сюда ложечку меда. Чтобы он был такой кисло-сладкий. Кислота у нас там есть от вина, от апельсинов. Сейчас добавляем еще немножко бальзамического уксуса. Тоже даст свою кислинку. И для цвета добавим еще немного темного соевого соуса. Отлично. Теперь еще добавляем немножко крахмала, разведенного в холодной воде. Подзагустим соус. Минутку его поварим. И в самом конце немного черного перчика. Друзья, ну у нас все готово. Вот такая вот замечательная уточка у нас получилась. Бомбезный соус. Темыч на готове, папа тоже. Будем снимать пробу. Ты ножку? Да. Ну конечно же. Конечно же, ножку. Ой, смотрите, друзья, как это сочно. О, Тёмыч, тимьянчику. Ну, ты прям повар будешь, точно. А папа себе грудку отрежет. Хрустящей корочкой. Теперь еще вот этот соус замечательный. Давай, я тебе порежу мясо. Ай, смотри, какая красота. Отлично, проготовилась утка. Сочная. С хрустящей корочкой. Смотри, горячая. Ну как? Вкусно? Точно? Молодец. Друзья, я попробую грудку. Аромат бесподобный. Это божественно. Друзья, это утка. В этот раз у меня лучшая утка получилась за всю мою историю всех моих уток. Класс. Соус бесподобный. Утка сочная. Корочка хрустящая.
Друзья, вам огромное спасибо за то, что были с нами. Готовьте обязательно такую утку. Хороших вам праздников, хорошего Рождества, Нового года. Будьте здоровы. Смотрите наши другие видео. И до новых встреч, до следующих видео. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.